Мы сегодня с вами познакомимся с историей города, с историей компании «Уралкали». Немножечко поиграем, немножечко развлечемся, даже посмотрим мультики. Развлечения чуть позже. Сначала про историю. Ребятам рассказали о тяжелом труде первых верхнекамских шахтеров. Процесс добычи калийных солей был тогда максимально ручным. В шахтах работали и лошади. Катали вагонетки с рудой по рельсам. Такой рассказ поразил воображение Полины. Рассказали про лошадей, которых запускали в шахту, где они пробывали около 10 месяцев, вследствие чего там не было света, и лошади слепли и глохли, после чего их отправляли на работу в поле. Пока идет экскурсия, Эльвира ищет интересные образы для своего хобби. С профессиональным фотоаппаратом она давно на «ты». Мне очень нравится фотографировать разные места, разные экспонаты. Я сделала новые кадры, новые впечатления об этом месте, об этом музее. Здесь очень интересно, классно. Я бы еще здесь бы побывала. Экскурсия – это не только рассказ, это еще и увлекательная викторина с призами от компании «Уралкалий». Полина в музее второй раз, поэтому легко отвечает на вопросы. Я ответила на вопрос, чем отличается калийная соль от поваренной, и тем, что она горчит. Когда мы приехали сюда в первый раз, в прошлом году летом, было просто незабываемое впечатление, было очень интересно. Я очень много узнала нового. Мне нравится интерьер самого здания и внутри калийные соли, в принципе, интересно очень. Также экспонаты. Я удивляюсь каждый раз красоте наших калийных солей. Рады за ребят и педагоги проекта. С сельскими каникулами очень выросло качество летнего досуга детей. Я вижу, что детям это нравится. Им нравится то разнообразие мастер-классов, каких-то игровых мероприятий, конкурсных событий. То есть им это интересно, им это откликается. И приезжая и проводя детям, благодаря проекту «Сельские каникулы», вот эти вот развлекательные, познавательные мероприятия, мы получаем очень положительный отклик, все очень рады. Умеет и любит проводить экскурсии детям Елена Шерстобитова, главный специалист музея. Каждую неделю к ней приезжает большой автобус с детьми, которые не скрывают восторга. В современном музее их удивляет все. Уже не один год мы принимаем и проект «Сельские каникулы», и многие другие. Конечно же, компания «Уралкали» очень много делает для того, чтобы дети смогли попутешествовать по Пермскому краю, в том числе побывать в нашем замечательном городе Соликамск. И, возможно, конечно же, мы надеемся, что кто-то из этих детей выберет в будущем стать калийщиком, поступит в наше учебное заведение. Проект «Сельские каникулы» реализуется в Александровском муниципальном округе не первый год при поддержке «Уралкали» по инициативе депутатов Краевого ЗАГС Собрания Павла Кузьмина и Эдуарда Витисяна. При финансовой поддержке этой замечательной компании у ребят из Александровского муниципального округа появилась, я бы сказал, удивительная и интересная экскурсия в наш музей, который располагается в городе Соликамске. Я уверен, что ребятам эта экскурсия понравилась, они узнали для себя много интересного, и кто знает, что в будущем это могут быть наши работники. Пока ребята еще не задумываются о своей карьере, но они видят истоки развития родного края. Они встретились и с передовыми технологиями добычи калийных солей, и посетили одну из первых соляных скважин, давно ставшую символом Соликамска. Наверное, так зарождается любовь к малой родине и желание принести ей пользу. Сергей Стерхов, Олеся Петровичева, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».